И перед тем, как мы начнем, у нас небольшая рекламная пауза. И сегодня я бы хотел поделиться с вами попкорном от KFC, который дает скидку 30% на первый заказ в приложении KFC. Можно взять кого-то для меня, забрать в него очереди, поскольку уже все будет готово. Быстро, без очереди, в пару кликов. Закажи и оплати в приложении. Заберу в доставание в выбранное время. Часто бывают специальные предложения для пользователей приложения. Пользуйся уникальными промокодами и получай скидки и подарки. Нет минимальной на сумму заказа. Можешь взять хоть один кофе или картошку со скидкой в 30%. Промокод еще до 31 октября и только в приложении. Так что спеши скачать приложение и воспользоваться промокодом. Ссылку на приложение и сам промокод я оставил в описании под видео. Также там оставил ссылку на список городов, где действует акция. Успевайте воспользоваться. Всем привет, с вами снова я, Блэк Палка. И сегодня смотрю поединок, который пройдет 9 октября. А это третий поединок между Тайсоном Фьюри и Дэнтеем Уайлдером. Первый раз они встретились в 2018 году. Это поединок, завершился ничьей вожделенным решением Фьюри. Во второй раз встретились в 2020, когда Фьюри победил техническим нокаутом в 7-м раунде. Тут я думаю, шанс 70 на 30 позже Фьюри, но считаю, что победу одержит Дэнтей Уайлдер нокаутом в 8-м раунде. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто по вашему мнению победит и каким методом. Также по традиции прошу вас поражать этот ролик лайком или дизлайком, выложить свое мнение по бою в комментариях и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Все это очень сильно помогает развитию канала. Вступайте в группу ВКонтакте и Телеграм, ну и по желанию можете пожать канал Донат. Все ссылки в описании. У нас ждет очень и очень интересный бой. Так как Дэнтей будет, я думаю, очень и очень железный на этот поединок. Но ждать осталось недолго. Поживем, увидим. И мы начинаем нашу трансляцию. И первым на ринг выходит Тайсон, шиганский король Фьюри. 31 бой, 30 побед, 21 нокаут, ни одного поражения и еще один поединок, завершившийся в ничью. А вот выходит и его оппонент, Дэнтей, бронзовый бомбардировщик. Уайлдер, 44 боя, 42 победы, 41 одержанный нокаут, одно поражение и одна ничья. Думаю, бой будет просто огонь. Нам подсыпают боксеров. Кстати, Дэнтей Уайлдер недавно был включен в The Sports Boxing Club. Лорик один об этом делать не стал, так как представление длилось всего 30 секунд. Что сейчас Лэффи напомнил большим правилам, и мы начнем. Окей, guys, we went over the rules in the dressing room. Let's touch gloves. Первый раунд, погнали. Вошмем. Фьюри идет в атаку. Round one underway. What does the jab offer him here? Попускает Дэнтей. Попадает сейчас Уайлдер по корпусу. Вышмен. The biggest edge comes with him in terms of his speed advantage. Yeah, not just with his hands though. Downstairs with his неплохо. Мимо. Вошмен. Мистер Шоутайм, showing that he's got some defense of his own. He got away from that punch. Good defense. Фьюри. Уайлдер точен. Неплохо. Удается с Уайлдера. Фьюри какое-то время подождал. Но пока не может Дэнтей попасть. Фьюри точен.
should to be a strong defensive fighter. You gotta block those punches away. Неплохо. Кошмен. Oh, a good right hand by Mr. Showtime. Снова Вашмен. Halfway through this round. Милый Денте. Вашмен. Ой, он попадает. Фрул отвечает. Неплохо. Попадает снова Фрула. Ой, это мимо. Неплохо. Вашмен. Попадает Дэнте. Помахивает Шафрула. Мимо. Мистер Шоутаймс дефенс is paying off now. Попадает Фрула. Уайдл отвечает. Вашмен. Первый он же ушел, и он же Фрул. 10-9, шаганский король впереди. Кстати, пишите в комментариях, за кого вы еще будете болеть в этом поединке. Мои симпатии в этом поединке все-таки на стороне Дэнте Уайлдова. Может быть, идет сейчас ваши прогнозы, за кого вы болеете. Это все очень и очень интересно. И у нас раунд номер два. Вашмен. Попадает Дэнте. Пытается вайдовать в атаку, но промахивает. Неплохо сейчас попадает. Вон же мой бомбардировщик. Мимо. Попадает Фрула. Вашмен. Клинч. Not much action as he just ties up. Вашмен. Попадает Дэнте. Мимо. Попадает Фрула. Уайдл отвечает. Вашмен. Точен. Шаганский король. И снова попадает Фрула. Вашмен. Снова обвиняет боксер удавами. Strategy here tonight, Teddy, and so many times, hey, I'm gonna bang that drum. Yeah, he is banging that drum. That drum happens to be... Попадает Дэнте, Фрула отвечает. Апперкот. Start doing it early on, and later on, he's gonna have a guy in front of him. Вашмен. Мимо оба. Помахивает его. Айдов Фрула попадает. Неплохо. Вашмен. Точно опять же шаганский король. Точно Дэнте. Вашмен. Попадает Фрула.
Мимо. Помахивает Шелардова. Снова мимо ДНТ. Фрули попадает. И что вам также с чемпионом 20-18 Шаганский король ведет. Go out there and be smart with what you're doing. He was very smart about when to throw and how to land. And that's the key in the sweet science. Placing your punches, as you said, making them count. I don't want you to slug it out with this guy, right? Keep the range. Jab, jab, right, okay? Listen, he needs to mix your punches up. Throw more punches to the body. И у нас раунд номер 3. Попадает Фрюля. Уайда влезет в атаку, помахивает. Точно, опять же шаганский король. Мимо. Неплохо. Мимо. Росмен. Попадает Фрюля, Уайдов отвечает. Мимо, Фрюля попадает. Восьмен. Shot, banking away those body shots with the left hand. Good defense, just covering up down low. Mr. Showtime's in a good rhythm defensively here. Попадает Фрюля, пока у этого ничего не получается. Мимо. Точно ДНТ, Фрюля отвечает. The Brown Bomber's jab can do so much there. He used it well. Вошмен. Mr. Showtime's right hand scores. Попадает Фрюля. Неплохо. О, это продолжает попускать. Вошмен. Попадает ДНТ. Неплохо. И третий раунд за Фрюля. Что значит 30-27 в пользу шаганского КВЛ? А это уже пока слишком много. Пропускает. Ну и пока что делает все, что захочет. Let's go, let's go. What are you waiting for? You want this fight? Then let's move out there. This guy. И он сошлет то, что хочет, как и у меня, а у нас раунд 4. Попадает по ковышу Фрюля. Уайдл точен. Росмен.
No, for that. No, no, poco, poco. Well, he's trying to keep up a heck of a work rate here. The ground bobber's punching himself out. А впереди уже. Так, что вы живи? The worst part of it is going to be if his opponent notices. Туда я ДНТ. Неплохо. Куда я отфилюла? Oh, he just misses with that headshot. Мимо Уайлдова точно. You know, when we sat with these guys yesterday in preparation for this broadcast, we asked them, alright, what's your favorite punch? They both had the same response. We like them all. Oh, that's a smart fighter. Because you want to be as versatile, as rounded as possible. Not able to connect with the uppercut. Good way to protect the midsection. Good exchange. He fires back. 90 seconds to go in round number four. Опять опережает Дентей, что его живи. Мимо Фрюлы точен. Мимо. Помахивается Уайдов, Фрюлы попадает. Снова точен шиганский король. Showing that he's got a lot of clubs in that golf bag. Good offensive skill set. Yeah, and he's driving him right to that hole. Or right, what's there, man? Right there. What an uppercut by the brown bomber. He clinches when he gets to the inside. Yeah. That Dante. Точен Фридуэлла. Мимо. Here's one for you now, he says. Right back with the left hand. И четвертый раунд Фридуэлла забивает всю копилку. Все же нужно шоу, когда шесть в него пользу. У Айдова же ничего не получается пока что. И у нас раунд номер 5. Мимо Брюс Денте. Мистер Шоутайм, стратегия, coming in, was to land a lot of jabs. Teddy, you gotta grade him out with an A. Попадает Фрюлла. Точно, опять же, шиганский король. Неплохо. Попадает Фрюлла и потрясён Уайлдом. Пашмен. Тоже дал от Фрюлла и первый нокдаун в этом поединке звучает. Тоже дал навстречу и падает ДНТ. Смотрим повтор. Дантей шот и бой продолжает. Точен Фрюлла. Вашмен. Мимо бьет Уайлдов. Вин, как же устал Дантей. Тоже от Фрюлла и опять повело Уайлдова.
По коже. Шиганский фавор. О, это пока что откровенно выживает в ринге. Мимо. Вашмен. Мистер Showtime's getting himself into the mix now, landing that left hand. Точно сейчас был у Айвдова. Фэдл же не спешит. Мимо. Вашмен. Да, открыла. Вашмен снова. Мимо. Вашмен. Тож, этого Флюр также спокойно забивает. Что же случилось? 50 шоу с 4 в 2 поля. ДНТ уже какой-то очень и очень не шевап. Just hit the bullseye and you got that big, big stuffed animal you can give to your wife or your girlfriend. But now he doesn't want you to go away with that. Oh no. No, no. He tells you, wait a minute, try again. You could trade that in for something even bigger. But you might lose the one you have already. That's the question. И у нас вал номер 6. The Brown Bombers heading out there for this round. Well, he's going to find out. See, that's a good thing you just said, hoping. Well, he can't hope his legs are under him. He's got to find that out, because if he goes out there and tries to use him in there, Mima, he's going to pull him all over the place, and the referee's going to stop it. His opponent's going to jump on. So while the referee's counting, what he's got to do is test him out a little bit. So now Mima. You know how to go about surviving the round. Do you just stay on the ropes and move your head, or do you use your bicycle? Teddy, what would you recommend based on what we're seeing here? Well, two aspirin and then go, oh no, actually I would say a little counterpunching would be just what the doctor ordered. That's a better prescription for me. Мимо, Уайлдова точно. Помахивает шпилю, ДНТ был точен. Вдача, шиганский ковон. Вашмен. Мистер Showtime's jab lands well. Точен Уайлдова. Неплохо. 90 seconds to go here in this round. Mr. Showtime staying away from trouble. He's out there on the outside. Вашмен. Пошел вот так вот, Шпидуза. Вдает Уайлдова. Неплохо. The Brown Bombers doing a poor job. There's no other way to really say it. I mean, he's sitting there trying to
Мимо. Кэтлин. He needs a plan B right now. You know, he came in with plan A, Joe, but plan B is what he needs. He has to find another way to create offense. He's not going to be able to do it countering on the back end. Рошмен. Мимо. Выжидает Федула. Мимо. Working our way towards the bell. Last 10 seconds of the sixth. И Шаван также же Фрун после первого половины боя. Шагар, как говорил, ведет, что 60-50 рулей. Посмотрим, что же будет происходить во второй половине боя. И у нас овал номер 7. Рошмен. Снова обмен большого удавами. Пытался Вайдл кончевать, не получилось. Апперкот. Попадает ДНТ. Мимо. Лыжа пока что дает оппоненту поработать. Точно. Шиганский король. Вдает Федула. Он этого отвечает. Yeah, it can. First of all, it could start to break down. You know, we always look at the physical things in life Mima. And anything. You know, you're pounding the guy, you're gonna break the guy down. Hey, if you're just smart and you're slick like this guy and you're making a guy miss, неплохо. He's breaking the guy down that way. Попадает Фрунер, причем ДНТ. Клинчует Уайлдова. И даже ему удалось подержать. Пока что. Мимо. Помахивает ДНТ. Апперкот. Мимо. Попытка клинча по воспоминанию у Айвдова. Неплохо. Мимо. Fires right back at him. Mr. Showtime's giving his opponent headaches here now. He's throwing punches, but he's able to block the way. Рошмен. A little something for his opponent after getting tagged. Brown Bomber's got to do more than this. I mean, you can't just sit there stationary and expect the night to go your way. This fight is going opposite of how he needs it to go right now. Well, maybe it's not, Joe. Maybe he's given up already. You know, it's all about what's going on in the mind of a fighter. Maybe he's given in, and this is his way, believe it or not, of getting the ref to stop this fight. Мимо. 10 seconds to go in the seventh. Помахивается ДНТ и очередной раунд за Фрунзе. Сейчас он уже 76-2 в его пользу. ДНТ у нас еще очень что-то менять. Throwing your punches with your hands at that.
Good? Okay. И он наш вал номер 8. А он сейчас увеличит и вовсе 76. Позже Федула. Рашмен. Определился в своего визави. Неплохо подает ДНТ. Покошивает Уайлдова. Рашмен. Мимо. Вдарит по корпусу Федула. Мимо. Уайлдова точен. Вмахивает Дентей. Мимо. Федула попадает. Because then you're basically saying, I don't know what to do, but, you know, we're in trouble. Stay away from those, come on! Мимо. Лошмен. Comes right back at him with a left hand. Лошмен снова. The Brown Bomber showing a little bit of a defensive shell, but Teddy, I'm seeing punches still getting through and splitting that arm. Well, that's the problem, Joe, when you put those earmuffs on, but you don't move your head. Some of them are going to get through, and just as importantly, your hand comes up, so your opponent is going to stay there a little bit longer, knowing that nothing's coming back right away. I feel a cut. Mima. Ну и пока что быть не фаусируют. Встречается с шаганского своего визави. Крылыч. Мимо. Берут выше паузу. Вдает Федула. Уайдов попускает. Неплохо. Рашмен. Крылыч. И отвал также за Федула. Счет уже становится 80-71 в его пользу. What can he do to overcome that when this fight starts back up? Well, first of all, this is where you search into those corners that you're not forced to search. Kind of like when you were a kid and your mother told you to clean your room and go into those little nooks and crannies where you never knew there was dirt. Now you got to start looking into nooks and crannies inside yourself, places you didn't know were there before. You better find them. You better find them quick. И у нас вал номер 9. Вдает Федула. Уайлдов помахивает. Тоже от Федула подключен ДНТ. Ключует Уайлдов. Федула не спеша идет на добивание. Неплохо. Мимо. Помахивает Шуайдова. Неплохо. Рашмен. Крылыч. Great combination there. This is just beautiful to watch.
мимо. Попадает в круга. Ольга отвечает. Побывок убьет ДНТ. Неплохо. Пошмен. Попадает снова в фидурла. Мимо. Вашмен. Снова Вашмен. Помахивает Шварьдова. Мимо. Ролю точен. Вашмен. Мимо. И девятого он также же фрулит. 98 же фрулит ведет и наш тут чемпионские раунды. Well, it looks like Kobe Bryant on a good night when that basket is 20 feet big. I mean, he just can't miss. You okay? Now I need to use your feet. Move around the ring. You got that? Okay, now let's go. Move around the ring. You got that? Okay, now let's go. И у нас вал номер 10. And now they start round number 10. The Brown Bombers coming out for this round here, knowing that he was tagged in that last round, Teddy. Now, different guys react in different ways when that happens. It can either bring you up or bring you down. Exactly. You hit head on, you embrace it as a challenge. You say, okay, I'm going to show what I'm made of. Or you start to become small. You start to vanish a little bit. Nice jabs there by Mr. Showtime. Точно. Шаганский ковер. Апплкот. Вашмен. Керлинч. Апплкот от Фрула. Поковс вот шаганский ковер. Ой, да помахиваешь. Неплохо. Попадает Фрула. Не фокусер по Дентей. Вашмен. Снова Вашмен. Попадает по фокусу Фрула. Yeah, I give him a lot of credit because he understood what kind of fight he was getting ready for. Вашмен. Very strong, but very slow-footed. So he's making sure that he does not feed into his opponent's strengths, and he makes sure that he exploits his weaknesses. Помахивает Дентей. Фрулы попадает. Мимо. Keep moving, keep moving.
Вашмен. Ой, да, точен. Снова Вашмен. Это укот. Мимо. Вашмен. И 10 раунд, все-таки, на мой взгляд, за Уайлду. 99-90 придумали впереди. А у Александра счет 187 в пользу Флюгера. И у нас раунд номер 11. Мимо. Попадает Флюгера. Неплохо. Takes one, gives one. The right hand scores well. The Brown Bombers work Дентей в атаку. Фидун даже выжидает. Мимо. Апл код. Попадает Уайлдова. Неплохо. Вашмен. Right. Попадает Федуна. Мимо брат Дентей. Попадает Уайлдова. Мимо. Попадает Уайлдова. Точен Дентей. Мимо. Мимо. Дает Фрула. Неплохо по Уайлдову. Вашмен. Вашмен. Неплохо. Попадает Уайлдова. И один с вами также же ДНТ. 108, что Фридов впереди. Перед уже тычетным раундом. Уайлдову нужен только нокаут. И у нас заключительный раунд.
Мимо. Помахивает Шафрула. Мимо, Фрула точно. Неплохо. Мимо. Помахивает Шафрула. Мимо. Мимо. О, это вот точно. Вашмен. Попадает Дентей, Фрул отвечает. Мимо. Помахивает Дентей. Неплохо. Мимо. Апперкот. И пошла заключительная минута поединка. Попадает Уайлдов. Вашмен. Неплохо. Попадает Уайлдов. Мимо. Able to dismiss that body shot. That's what I want to see. Stay on the outside. Вдает Дентей. And they will bring it home in the last 10 seconds of this final round. 16-10. Фрула, ждем, что есть продолжение. Strong performance tonight. You don't have to be a calculus major to score this one. Just put those 10 nines together. И важно, что мы побеждаем. Тайсон Шиганский, Коваль Фрула. Уайлдер уже явно раздосадован таким решением. Что 18-7 дважды и 117-108. Один судья отдал Уайлдеру первый раунд. И остальные дали ему 11 и 12 раунды. И все. Здесь, впрочем, были один раунд 5, 6, 7, где иногда он был только в 5. Что ж, давайте обратимся к статистике. Фрулер попал 361 удар из 703 выброшенных. Уайлдер 358 из 949. У Фрулы 65 из 384 в голову и 196 из 320 в корпус. У его оппонента 134 из 396 в голову и 225 из 550 в корпус по раундам. Первый 35-37, второй 42-39, третий 43-26, четвертый 27-34, пятый 36-24 плюс нокдаун, шестой 29-27, седьмой 27-24, восьмой 30-35, 9, 25, 20, 10, 28, 32, 11, 17, 27 и финальный 22, 24. Что ж, на этом все. Посмотрим, как же на самом деле пойдет этот бой. А с вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вступайте в ВКонтакте и Телеграм, ну и по желанию можете поддержать канал Донат. Все ссылки в описании. Всем пока!